Доброе утро, друзья! Сегодня решила сварить кашку. Ну, вроде ничего особенного. Овсяная каша. Каша и каша. Кто не умеет ее варить? Но я ее с некоторых пор варю немножко не так, как варила раньше. То есть у меня всего вот литр молока и вот такие вот хлопья, которые, наверное, продаются везде. Здесь вообще смесь трех хлопьев, овес, ячмень, пшеница. Но я ее все равно называю для себя овсяная каша. Что я буду делать? Я сейчас попробую эти хлопья превратить в овсяную муку. Для этого буду пользоваться своим помощником. Вот мой помощник. Сейчас я насыплю туда на литр молока, который я уже налила в кастрюльку. Я буду молоть 4 столовых ложки овсяных хлопьев. Вот хлопья уже насыпала в комбайн. И сейчас мы превратим их в такую более однородную массу. Кастрюлю поставила на огонь. Вот у меня огонь. И сейчас прямо вот из этой чаши комбайна я ее буду высыпать вот таким вот образом. Все вот эти вот перемолотые хлопья я высыпала. Предварительно всыпала, положила 1 столовую ложку сахара и соль буквально на кончике ножа или на кончике ложечки. И как бы правило такое, или прикол в чем: кашу нужно варить непрерывно помешивая до тех пор, пока она не закипит. В принципе, закипит, каша готова. Хлопья молола где-то, ну, секунд 30. Вполне достаточно для того, чтобы получилась вот такая вот мука. То есть таким образом вот у нас сейчас будет вариться каша, она у нас потихонечку будет превращаться в такую кисель, что ли, киселеподобную массу, то есть настоящую овсянку. Прошла вот пару-тройку минут, каша скоро у меня закипает и практически она уже готова. Ну вот 4 ложки, она получается такая достаточно как бы жидкая. Ну, мы любим такую кашу. Кто любит погуще, можно вот как бы 5-6 столовых ложек перемолоть. Ну, она немножечко когда стоит, она еще немножечко как бы разбухает и становится немножко плотнее. Перед тем, как выключать, я прямо в кастрюльку добавляю небольшой кусочек сливочного масла и размешиваю. Можно, конечно, и тарелку добавить. То есть вот она мне уже закипает, я сейчас ее буду уже выключать. Вот добавила кусочек масла, кашка кипит, масло размешиваю, выключаю, даю ей постоять, ну, буквально там 5-7 минут. Кашка немножко постояла, ну, теперь можно завтракать. Что я буду еще как бы подавать с кашей сегодня на завтрак? У меня есть яблоки, миндаль в шоколаде и клубника. Можно добавлять семечки, зерна, киви, банан, ананас, грушу, апельсин. То есть все, что вы любите и все, что вы посчитаете необходимым. Ну и напоследок пару слов. Ну вот этот способ варить овсяную кашу мне нравится больше, чем просто варить вот те хлопья, которые продаются в готовом виде. Ну это на мой вкус. Я считаю, что эта каша намного, что ли, более нежная. Ей нравится всем моим домашним. Ну и что еще можно сказать? Овсянка. Это полезно, вкусно, сытно, доступно. Всем приятного аппетита!